Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале, вы на канале с клиническим психологом, вы на канале с биохакером. И, друзья, сегодня хотелось с вами поговорить про раннее снижение полового влечения. То есть в паре происходит момент, когда ну не хочу я секса, не хочу. Почему так происходит? И проблема многофакторная. Есть психологическая история, то есть, ну не нравится, ну не нравится мне это все, ну не нравится, ну бесит меня это, ну раздражает меня это, ну не знаю я, как с этим расправиться, не знаю я, как это изменить. А кто-то говорит, да, я хочу вот прямо сейчас, и я хочу вот по-настоящему, и я хочу, чтобы изменилось. И представьте себе, друзья, если есть ситуация повышенной возбудимости, если есть ситуация повышенного стресса, то секса не будет. То есть у человека, у которого есть очень большие растраты энергии, он не может и, ну как это невозможно. Это невозможно работать нормально и еще и хотеть секса. Падают гормоны у мужчин и у женщин в моменты недополучения микроэлементов. Низкий D, низкий кальций, низкий ферритин, низкий белок, бэшки слетели. И, казалось бы, наоборот, надо классно создавать что-то. А человек, ну, то есть бывает две у нас стези стресса, когда от стресса человек создает и когда он просто ложится в лёжку. Какая ваша история, я не знаю, но точно знаю, что это может изменить вашу ситуацию достаточно долго, надолго, и разбор будет скорее психологическо-нутрицептический. Что это значит? Это значит, что, друзья, просто нужно будет изменить где-то отношения, а где-то восстановить микроэлементы. У кого там нет ни селена, ни цинка, плохой гомоцистеин, какой секс, пиписька-то не стоит уже. Ну, то есть человеку не до секса. И это нормально, это же физиология. Физиология. И другой момент, когда настолько всего много, там три проекта, какая-то задача, одна, другая, третья, и за целый день ты так устаешь, что тебе просто... Но неохота ничем таким заниматься. Поэтому какая история ваша, я не знаю, но я знаю, что это можно исправить. Друзья, снова с вами я, Алена, на моем канале. Продолжайте писать мне и продолжайте задавать вопросы. Это важно.